Бойцы Национальной гвардии Украины вместе с полком спецназа с целью остановки наступления вооруженных сил России в направлении городов Северодонецка, Лисичанск, Луганской области уничтожили железнодорожные мосты, захваченные врагом в ключевом сообщении между городом Рубежное и Северодонецк, Луганской области. Кадры опубликовал в телеграм-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Представляем вам эти кадры.